Новые экономические вызовы требуют иного подхода к современному образованию. Для устойчивого роста экономики региона требуются высококвалифицированные профессионалы, способные решать задачи завтрашнего дня. Молодые специалисты должны занять достойное место в жизни и быть востребованными в своей профессии. В июне Алексей Дюмин предложил создать образовательный кластер оборонной промышленности при Тульском государственном университете и кластер нефтехимического комплекса при Тульском педуниверситете. Эти современные образовательные центры займутся предметной подготовкой кадров для ключевых отраслей экономики региона. Практические навыки молодые специалисты будут получать непосредственно на предприятиях области. Кроме того, на Петербургском международном экономическом форуме были подписаны соглашения с корпорацией Ростех и WorldSkills Russia о создании в Тульской области центра подготовки рабочих кадров «Высшая техническая школа». Также при поддержке Ростеха в Туле построят детский технопарк «Кванториум». У нас хорошая база по профессиональному образованию, сильные вузы и другие учебные заведения. Но важно, чтобы они развивались в соответствии с запросами и вызовами сегодняшнего времени. Готовили именно такие кадры, которые нужны экономике и в первую очередь нашей промышленности. А выпускники могли найти себе достойную работу. Подробнее об инициативе читайте на сайте alexeydyumin.ru.